Продай свою кожу, когда отрежешь, куплю за любые бабки до 1 миллиона КСТ, а я люблю гей-порно со слами го, посмотрим очень видео, круто. Это видео или го в чат рулетку. Так, пацантре, он мне скинул видео, я его, наверное, не буду смотреть, оно называется «Хот йога». Блять, писька! Только Соне не говорите, что я это смотрю. А ну. Это не бан? Короче, чтобы вы понимали, лежит... Вот так лежит, ну, женщина лежит и вот так вот делает просто вверх-вниз 2 минуты. И у нее писька. И мне за это дали 250 рублей. То, что тебе скинули, полная хуйня. Вот это ход видео на ютубе. Экран не забудь вырубить. Слава богу, блять, я экран... Блять, первые же секунды писька на весь экран, и она бреет письку. The one that people do the most, I shave down there. I think it's quicker and easier. Not saying it's the best method. Она будет 11 минут письку брить? Like having an allergy down there, because that is gonna it's got no scent to it, and make sure you can use it for. Прям очко бреет, очко на экран, блять. Down there, because it is very sensitive. Like I said, some people use baby powder, but I wouldn't help with that area. You are прям, gonna get them. Блять, по центре реально анус больше, ну вот вот на ну на весь экран анус. And it is gonna itch a bit at the beginning. Не, ну побрила well, нормально, кстати, that's реально just лысо. What you're gonna get Все used лысо. To, but one exfoliator and exfoliate. Миллион просмотров. Почему это не в бане? Я не понимаю, нахуй. Like clean and fresh and, you know, moisturized. Let me know if you have any tips or questions or another good way of doing it. I just don't really have time to do stuff like that because I like things. Подожди, а нахуй ты мне это скинул? Кидаю на 5 секунд. На 5 секунд только в Телеграм закину. Раз, два, три, четыре, пять. Пиздец. Нахуй ты мне это скинул, блядь? Слава богу, у меня экран был выключен. Это надо было скрыть.